Это диджей Виджиланд, и я продолжаю проходить Bugs Bunny, потерянные во времени, на PlayStation 1. Кроль или сезон уток? Открыли за 50 золотых морковок. А, это я вспомнил, что за уровень. Да. Так, кого бы пристрелить, кролика или утку? Он. Кролика давай. Я не помню, надо, чтобы наши были или... Пинай. Утка, ты ведь не успеешь с моим подкатом. Да, блин. Да. Так. Времени все меньше и меньше, а тут одни уже красные. Я тебе пиндаля хочу дать. Хорошо, да? Ну-ка, иди-ка сюда. Прекрасно, да? Ну-ка, иди-ка сюда. Да, что ты? Ну ладно, хватит ему пиндали развешивать. Кролик 1, утка 14. Ну тогда я... Тебя! Мы выиграли. Как будто такое какое-то соревнование было. Соревнование. Только почему такое задание в каменном веке, мне непонятно. И не понять, видимо. Замечательно. Просто великолепно. Я Ты так прошел считал. Этот уровень. Да. Дай-ка я тебя сохраню. Давай. Спасибо, Майл. Пока. Да, пока, Майл. Ты... Вселенная времени. Нам надо в средние века. Так, вон у нас открылось где. И это мы обменять не можем. Пока. Так, что готовим, док? What cooking, док? Вот это... Леди. Ой. Нет. Эй, что ты готовишь, Жа-Жа? Жа-Жа. Рагу из кролика. Фига, такси у них быстро, прикольно. Упс. Вот чёрт. Как вот страшки внутри. Прикольно. Достань 10 таких предметов, чтобы получить символ часов. Окей. Средние века. Все такое. Да, что это? Да, хватит прыгать на нем. Это надо собирать все-таки. Так, я не помню, куда тут сначала надо идти.
И что тут у нас написано? Так. Забытый лес. Осторожно, ведьмы. Нам, по-моему, в него. В забытый лес. Обычный лес. Cutting boots. Robin Hood. Утка нос. Эй, ты чё, мою морковь забрал? Или не мою морковь забрал? Ах ты, скотина тупая. Мои золотые, мои. Я не отдам тебе, скотина. Нахрен тебя нафиг, ты опасный? Я тебе не дам. Моё. Нафиг убегаем отсюда. Он псих, он конченый. Witched work. Что? Ведьма работает? Так, мы пришли отсюда, да? А, нет, смотри. Мы пришли оттуда. А, и тогда что? Вау. Ладно, окей. И все такое. Гачи. Гачи. И два раза промахнулся. На третий раз попал. Так, нам теперь туда. Тут где-то эта бешеная ведьма бегает. Или не бегает. Он и Акне. Пни меня. Да. О, почта, что-нибудь есть в почте? Мерлин Мерлин Монро. Да ладно. Да, красивая. Отлично. Вкусно. А чё за... Брать нельзя? Нет, нельзя. Ну, тогда понятно. Поговорим? Извини, я больше сейчас ничем не могу тебе помочь. Ведьма Хэзл украла мою магическую книжку. Верни её, я обязательно тебе ещё помогу. Магическую книжку? Что за магическая книжка? Магическая такая. Какая ведьма? Я никакой ведьмы. А, вон она. Это надо взять. Оу, Брустикс. Блин, промазан. Ведьма, подарок. Вот и книжка. Вот она. Пойдем вернем. Да, заходи. Замечательно, ты вернул мне мою магическую книжку. Да ты что? Ну давай посмотрим, как я могу тебе помочь. Давай. Я могу научить тебя маленькому волшебству, если хочешь. Здорово! Слушай, кролик, используй прыгнуть. Например, скажи, начинаем игру. Вот на таким вот символом, и ты сможешь прыгать выше. Начинаем игру. Хороший денек, не правда ли? Например, скажи, начинаем игру. Вот на таким вот символом. Понял я тебя, короче. Все, у нас теперь есть первая суперспособность. Высоко прыгать. Ну, где это потребуется, естественно. А не вот просто я взял и прыгнул. Ну, где, короче, тот символ с пружиной. Давай, детка, иди сюда. Так спокойно еще.
не обращаю внимания. Ну, что ж. Наверное, в следующий раз познакомимся. Мэм. Этот псих этот точно. Надо аккуратно быть. Да нахрен тебя, иди нафиг отсюда. Иди нафиг. Вот играем, а еще все в начале этого уровня, можно сказать. О, снова рыцарь. Так. Снова опускать. Пни меня, ну сейчас обязательно. Тыка. А тут плавать можно? Ясно. Нельзя. Так, а как плавал-то? Вспомнил. Да блин. Что ж я так, блин? Вот. Да. Толстяк, а ну, взрызнул от меня. О, изумал, что там он говорит, прикольно. Так. Вот с помощью этого мы... И передвинемся. Спасибо. Не знаю, кто это сделал. Кролик же боится нас воды или нет? Нет, не боится. Потом плавать боится. А из-за этого интересно, что это было? Нет, там ничего. Окей. Собрали с воды. Правда, вон там еще есть. Там закрыто. Что это у нас тут? Темница короля. Сейчас я посещаю с 8 до 5. Нам некогда ждать. О, сундучки. Это нам пригодится. И это нам пригодится. А ну вставай! Да, давай. Шрин тебе. Как на мешке с дерьмом прыгаю. Блин, надо было ближе копнуть. Получил. Вот так вот. Ну, как я умею? А ты так не умеешь. О. 2 метра сделал, он уже чуть не сдыхал. Ты как ми... Ключ. И часы. Great. Какой great. Так. Это чтоб нам вылезти отсюда. Посиди уже там. Не дал, да?
Нас там в блин превратили, пока мы тут смотрели, да? А, нет. Сматываемся из темницы. Все, обокрали ее. Так, тут бочка-то у нас где? А вон бочка у нас где. О, блин. Не готов я был к прыжку на воду. Ладно. Теперь с этим надо разобраться. Угу. Не помню, что... Кусу это немного, мужик. А, вот для чего надо было его копнуть. Чё, рыцарь этот? Еще один тут. Так, царские морковки, не трогать царские овощи, король. Ясно. Сматываемся. Ага, понял для чего. Ты своего пришиб. Короче, нам надо его кокнуть для того, чтобы пройти, он нам не даст. Своим молотом. А вот теперь можем. Киев только вот. А, вот так. Блин, он настолько жирный, что земля под ним не поднимается. Вот, хоть дальше продвинься. Царская площадь. Бики Базард любит колбасные звуки. Играй и разбуди его, он может помочь. Вот это, вот он, да? Но мы не можем, мы не знаем. Мы петь не умеем. Ни играть, ни петь. Только прыгать теперь умеем. Так, а я из какой вышел-то? Блин, а я откуда пришел? Наверное, по центру я пришел. Пойдем туда. Наверное. Ой, это я рано пришел. Не, нам не сюда еще пока. Не, мы сюда вернемся, но... Нам сначала надо вот сюда. Да. Да я понял. Успеть надо. Тебя там драконы наяривают. Вау, чуть не упал. Вау. Да черт. Упал. Давай все заново. Камера быстрее поворачивает, чем он. Это все надо регулировать. Чет. Вау. Аккуратно, главное не падать. Можно немножко не так спешить быстро, как я. Время-то еще есть. Куда? Да сейчас закроют еще, уходи. Там золотая морковка. Я без нее не уйду. Там золотая морковка. Морковка золотая. Без нее уходить не хочу. Хочу все собрать. Ну ладно, фиксируй. Нам все равно потом возвращаться сюда. Потому что мы вон петь не можем. Главное, часы взяли. Так, эти, а вот для чего у нас вот эти ядра? А, понял. Надо вот это еще сделать.
Так. Так. Ням. Так. Взяли. Там закрыто. Там еще какую-то способность надо. Понятно. Ну идем теперь сюда. А вот теперь уже нам сюда. Вау, живые метла. Да вы с ума сошли. Это что такое? Прощай, детка. Так, тут закрыто, да? Ясно, ну, значит, сюда. Ох ты. Вау. Так, тут у нас... Прости, у вас нет пропеллера. Не, не прикупили. Тут еще метла озаруют. Что всем перца надавали на обед? Золотой рыбка. Ой, морковка. Рыбка, когда морковь летает. О, нет. В замке? Это у них так в замке? Да ладно. Я вот посмотрю на это, и о, нет. Он меня поломал. Пипец. Ох ты! Спугал меня как. Сгорит-то. Вау! Сколько тут золотых морковок? Обратно. Вау! Так, вот они, часики, вот они, ждут нас. Отлично. Да и тогда прыгну. Да. Но нам еще вон туда. Так, а туда нам как попасть? А вот сюда, отсюда. Так. Еще одни часики. Great. Вау. Вау. Блин. Ну хоть часы я тут взяли. Хорошо, что они засчитываются. Не сюда, что ли? Вау. Установили. Да, задницу ему хорошо. Подпаливает. Какие у них технологии в этом замке? Что ж, платформа ездит. Да и драконов у них тут немало. Недыщащих, сящих. О, наконец-то.
Пошли. Бдум. Оу, ноу. Это типа... Вау, стерео. Круто. Наушниках-то. Промазал, лысый. Буду одного мучить. А, нет, нет. Да. По-моему, я их подбадриваю. О, один сдох. Допинай! Ура! Он его пил. Косой! Блин! Почему? Странно. Тут одного надо. Один ключ есть. На, по своему брату ударь. Давай. Вот тебе посраки твоей. Немытый. Все, встал. Нет, ты на его морду посмотри просто. Ау. Ау. Да что ты? Он во вкус вошел. Нифига себе, ёп. Он нифига. Такая, блин, молотильня идет ко мне. Устал. Он опасен. Крылья, ура! Отлично! А интересно, это конец уровня или нет? А, да, по загрузке. Понимаю. Эй, да ты что-то забыл, ты оставил что-то за собой. О, пираты. Снова. Сэм встретил Банни. Ого. Планета X-File. Дай-ка я тебя сохраню. Yes. Saving. Спасибо, Майл. Пока. Да, пока, Майл. Saving, Майл. О, тут еще 6 часов и 17 морковок, да, обменяем? Чё, пойдём к пиратам, наверное. Не хочу я пока на X этот. Ой, блин. Нечаянно. Нет, пока мы до этого не дозрели. Пират. Вот, вот открылся. А, стой, у нас супер прыжок же есть. Все, мы теперь это знаем. Вот, это дело. Да. Пойдем, давай, пойдем. Иди по красной дороге пиратов. Ну, давай отправимся. Что ж, отправимся. Весу не хватает у него. Лево, право, вверх, низ, самый левый. Окей.
дом Сэма. Так, осмотримся тут. Сэм, это усатый, что ли? А тут у нас что? Не открывает. Там псих какой-то бегает. Ладно, фиг с ним. Идем сюда. Не знаю я, как открыть там. Какие у них технологии? Ага. Так, что тут? Да, ты двигай. Раз. Два. Пис. Ой, я не знаю. Где есть колесо, там есть и путь. Ага. На время. Офига себе. Ты меня не трожь. Ты себя трожь. Так, подожгли. Ага. А если вот так сделать? Нет. Блин, как краб псих просто. А, зачем ящики мучиться? Когда можно сделать вот так вот. Хе-хе. Умно. Так, это у нас где? Это явно не здесь. Здесь мы все, видимо, сделали. Все, что надо было. Идем сюда. Психопат какой-то бегает. Уже устал. Ага, надо было его не здесь кромсать. Так, огонь-то я вижу. А что, поджигать будем? А поджечь надо сверху, да? Окей. Отлично. Так, я не вижу. А, вижу. Вертолет не работает, когда он что-то держит. У них у всех отдышка такая. Быстрая. А где... А, вот. Не хотел бы я там навечно остаться. Так, куда нам это нести-то? Я не вижу, куда нам это... Может, за этим? А, да. О! Вот они где только открываются. Ясно, но я не знал. Батюшки! Так, это надо взять. Бери. Да бери ты. Ну, времени тут, конечно, слишком много дают. Хотя, да. И что из этого нам дало это все?
Ладно, ну хоть знаем, куда еще идти. Нам. И что, они все горят, и ничего. А, эска не горит. Ясно. Эска, наверное, где-нибудь там. Эс, наверное, где-то здесь. Эс, где-то здесь. Ага, вон эс написано. Все ясно. У тебя отдышка будет? Косой самурай, косой. Смотри-ка, это не хочет сдаваться. У этого с одышкой все в порядке. Ну ладно. Где это я? Ух ты! Ворота открываются волшебными словами. Сим-салабим. Там. Не знаю, зачем эти ящики. Их двигать-то можно? Нет. А фиг знает, зачем они. Ладно. Партизан недоделанный. Приставь и пни. Отлично. Крабик. Смотри, не задел. Все развалится сейчас, блядь. Надо быть очень аккуратным. Там, наверное, еще одна появилась. Да, вот мы его. Так, и куда нам идти? Пойдем сюда сходим. Ага, закрыто. Еще один появился откуда-то. Рот открывай. Нет, это походу дальше. Значит, нам туда сбегать надо. Уйди ты от меня, псих. Тут нет что ли ничего? А ты устаешь или чего? Да короче, кончено. Вау, сейчас убьет меня, нафиг, убегаем отсюда, плевать. Черт, надо жизни. Вот так вот. Ну, с одной морковкой нам падать в лаву нельзя. Да блин, сейчас еще убьет. Давай, жизнь, давай. Отлично. Хорошо, что тут без показов. Я без них понимаю, что сейчас вот здесь всплыву. Ну да. А это что такое? Так, не знаю, что я сделал. Там. Где я? Это в начале, да? Давайте веселиться. Вау, псих. А, тут вот просто берешь и это.
открыто. Понял, в чем дело. Уйди от меня. Не для тебя. Это... Сейчас он глазами в ту сторону, и наш шар будет в другую сторону, да? Зря я тогда сделал это. Да. Надо сделать так. Путем, значит. Идешь сюда. Давайте веселиться. Давайте веселиться. Уйди от меня, псих. Идем сюда. Сделать так. Да, заберем свои часы. Ну, хоть я теперь уверен, что... Вот они. Первые часы на этом уровне. Так, и теперь идем туда. Вот так вот. Вау. Это я уже на сик играю. Сик. Не, на их неудобно. PlayStation-ские игры играть. Так. Стрелками удобнее. И вот теперь уже пнем. Где он там? И вот туда теперь. И шар у нас теперь, по идее, должен не влево, не вправо, а влево. Давайте веселиться. Давайте веселиться. Я, блин, джойстик как раз из рук убрал. Так. Ладно, что он сюда не идет за нами. Да, нет, вот сюда. Сюда. И сюда. Ну да. Тут у нас что? А тут вообще творится не знаю что. Нельзя пропускать, а то опять целый круг ждать надо. Вау, аккуратно. Вот он. Всего лишь 2 часа на уровне. А уровень маленький был. Пиратские годы. Эй, да ты что-то забыл? Ты оставил что-то за собой. Дай-ка я тебя сохраню. Обманул меня, я ничего за собой спасибо, не оставил. Спасибо, Майл. Пока. Да, пока, Майл. Ну-ка, проверить хочу. 2 из 4. Значит, мы когда не все собираем, он говорит, но ты за собой что-то оставил. Я теперь понял смысл этих слов. А то до этого я не понимал, что я оставил. Так. Не допеливал было. Сэм встретил Банни. Часы всего лишь один. Ну, типа босса, да? Ну, давай сыграем. Вау, пушка. Ого. Эй, верни сюда, себе текстуры. Ты поганый, ни на что не годный, мерзкий кролик. Что с текстурами? Как я... нет, все нормально. А как... Путь. Блин, я понял смысл. Давай, пуляй. Не. Ого. Ха-ха-ха-ха. Ой, я не могу. Придумали. Ха-ха-ха. Ай!
Давай. Так, снова. Ой, не туда. И туда. Огонь. Мне сейчас корабль развалится. Да сколько можно? Крепкий корабль. Все. Опять. У нас и жизнь восстанавливается при этом. Ничего не можем сделать. А вот отсюда уже... Нет, это еще не конец. Так еще быстро передвигает. Все, пошел ко дну. Рыбок пошел кормить. Неплохо мы его, да, так? Замечательно. Просто великолепно. Ты прошел этот уровень. А ты сомневался, да? Дай-ка я тебя сохраню. Да, сохраню, конечно. Спасибо, Майл. Пока. Да, пока, Майл. Сэм трейдил баги часы. Что ж, это был DJ Vigilant. Продолжим в следующей серии.